Добро пожаловать на канал Модная Стрекоза. Выбрать одежду на жаркую погоду порой очень сложно. Независимо от того, чем вы занимаетесь, встречи, дела или отдых, при температуре свыше 25 градусов все занятия, кроме плавания в бассейне, могут привести к раздражению и усталости. Сегодня мы составили лучший летний гардероб из 8 ключевых элементов, который поможет выглядеть элегантно и стильно, независимо от температуры. Все элементы одежды, представленные в подборке, были тщательно отобраны, чтобы помочь вам составлять идеальные летние образы и выглядеть стильно и модно. Предложенный нами гардероб не требует специальных знаний в области моды или больших затрат. Все вещи легко сочетаются между собой и подходят для женщин разного возраста. Мы также дополнили наше руководство по стилю некоторыми полезными советами, которые помогут создать множество элегантных летних образов. Приятного вам просмотра! В солнечную погоду лучше всего выбирать широкие брюки из тонкой ткани, не только потому, что они на пике популярности в этом сезоне, но и потому, что в них комфортнее во время жары благодаря обильному потоку воздуха, который помогает снизить температуру тела. Чтобы брюки легко вписывались в самые разные образы и не теряли своей актуальности, рекомендуем остановить выбор на моделях белого цвета. К тому же белые брюки выглядят очень эффектно в любых ситуациях. Можно выбрать любую посадку, ту, которая подойдет под ваши предпочтения, например, высокую для подчеркивания талии или посадку на бедрах, чтобы сделать образ более современным. Широкие белые брюки легко впишутся в любой стиль. Носить их можно с футболками и майками, с рубашками и костюмными жилетами, с топами и блузами. Формулы привлекательных сочетаний несложные и повторить их очень легко. Независимо от предпочтений, связанных с юбками или брюками, шорты могут стать необходимой составляющей летнего гардероба. Среди самых актуальных моделей в этом сезоне – шорты-бермуды, модели из льна и, конечно, боксеры на резинке. Несмотря на разнообразие топов, которые можно подобрать под каждый вид шорт, лучшей парой для них станут оверсайз-рубашки. Такие комплекты можно носить даже в самую жаркую погоду. Лучшим вариантом на лето станут модели комплектов из тонкого хлопка или льна. Оптимальной длиной для шортов является длина до середины бедра. Такие модели будут уместны и в отпуске, и в городе. Впрочем, при выборе длины можно ориентироваться на свои предпочтения. Ничуть не хуже будут смотреться как удлиненные, так и совсем короткие модели. В этом сезоне популярны шорты разной длины и ярких оттенков. Однако, если вам не очень нравится яркая палитра, всегда можно выбрать пастельные оттенки или модели с интересными принтами. Такой комплект – идеальный выбор для тех, кто всегда в поисках стильных и модных, а главное – удобных образов на жаркое лето. Трикотажная майка – основа летнего базового гардероба. Именно летом, в жару, мы можем носить ее не только как нижний слой, но и в качестве самостоятельного изделия. Майк в гардеробе должно быть несколько. И очень хорошо, если половина из них будет модной, а вторая половина может быть базовой. Главное условие – ориентир на особенности своей фигуры и персональный стиль. В этом сезоне актуальны майки на широких или узких бретелях, с американской проймой, с глубоким декольте или небольшим вырезом, с облегающей или свободной посадкой. Выбирайте любой вариант, что придется вам по вкусу. В офис можно надеть майку со свободными льняными брюками и расстегнутой оверсайз-рубашкой. Для поездки за город сочетайте майку с удобными шортами, а на летней вечеринке майка будет идеально смотреться в тандеме с нарядной юбкой. Любая майка по своей сути вещь очень простая и демократичная.
Поэтому комплекты с майкой лучше дополнить любым третьим слоем, либо акцентной женственной обувью, сумкой или другими аксессуарами. Так вы добавите образу изюминки и повысите градус привлекательности. Белое платье – беспроигрышный вариант для обновления летнего гардероба. Оно универсально. К тому же платье будет эффектно смотреться в любом случае, в бесконечном движении большого города, на пляже и на вечеринке. Все зависит от выбранной модели. Белый цвет является неотъемлемым трендом лета. Это символ чистоты и легкости, способный придать свежести любому образу. Этим летом актуальны разные модели и фасоны платьев. Модели из кружева, выполненные из натуральной ткани. Варианты с различными вырезами и разрезами на талии или спине. Воздушные хлопковые платья свободного кроя и романтичные модели с воланами или оборками. Также не выходят из моды драпировка и сложный покрой. Большим спросом пользуются шелковые и атласные модели. И, конечно же, не покидает нас главный тренд многих сезонов – платья-рубашки. Юбка – это исключительно важный элемент гардероба для современных женщин. Сегодня в моде огромное количество разнообразных моделей, которые помогут составить самые женственные летние образы. Трендом номер один были признаны великолепные и эффектные юбки длины миди. Они легко вписываются в любой модный аутфит. Популярны модели с принтом и трикотажные, варианты из хлопка и из шелка, а силуэт – расклешенные, прямые и обтягивающие. Стилизация этого тренда напрямую зависит от выбранной вами модели. Чтобы получить эффектный летний образ, сочетайте юбку яркого цвета с верхом нейтрального оттенка. Юбка миди будет отлично смотреться с легкими женственными блузами, хлопковыми сорочками, топами на бретелях и майками. Жакет из льна однозначно попадает в список летних мастхэвов. Если вы не можете представить свою жизнь без жакета даже в самую жаркую погоду, на помощь придут модели из льна. Он может пригодиться для самых разных случаев, от похода в офис до прогулки в парке. Выбрать жакет, который впишется в любой образ и не потеряет актуальности в последующих сезонах, не так уж и трудно. Выбирайте классическую модель прямого кроя или легкий оверсайз. Легкий льняной жакет станет отличной альтернативой модели из костюмной ткани. Натуральная ткань хорошо дышит и отводит влагу, так что в льняном жакете будет комфортно даже в самые жаркие дни. В жаркий сезон важно носить головные уборы. Они не только спасают от солнечного удара, но и добавляют стильный акцент в образе. Панама, бандана, шляпа, кепка из ткани или соломки убережет от знойного солнца и сделает образ атмосферным и выразительным. И не забываем про украшения и другие аксессуары. Они делают образ законченным и изысканным. Пожалуй, одна из самых нужных пар обуви на лето – это сандалии. Классические сандалии на липучках или с застежкой на плоской подошве не теряют своей актуальности уже несколько сезонов. Они отлично подходят к любому наряду, от джинсовых шортов и трикотажной майки до брючного костюма изо льна. К тому же сандалии хорошо фиксируют ногу, так что в них можно с комфортом преодолевать большие пешие расстояния. Как
Как видите, составленный нами гардероб не требует больших вложений и подходит для женщин разного возраста. Все предметы одежды универсальны и прекрасно взаимодействуют друг с другом. Они помогут без затруднений создать модные образы для любого случая. Не нужно раздумывать, что с чем надеть. Такие вещи прекрасно сочетаются по цвету, крою и стилю. Пишите в комментариях свое мнение о данной подборке образов. Делитесь роликом с друзьями и знакомыми. Возможно, им тоже будет интересно. Всего вам самого наилучшего и до встречи в следующем видео.